Альтернативная вселенная номер 18. Жизнь персонажа сложилась совсем по-иному, где он не является блогером и вообще далек от интернета. Женат на свиноматке, работает хрен пойми кем. Ненавидит жизнь. Сука, блин. Чё, блядь, свиноматка, блядь? Ой, козница, сука, не всё сожрала, блядь, дома? Сука, блядь, пиздец! Ты дома, блядь, убираться будешь? Ой, нахуй, убираться, блядь. Она ж, сука, блядь, даже через дверь пройти не может, блядь! Ясен хуй, блядь, сожрала все. Сука, блядь, я самой, блядь, не противно? Работа еще. Сука, анализы, что ли? Да, блядь. Надо увольняться. И валить отсюда. Каждый вечер себе такое, блядь, говорю. Сука, взять мешок, нахуй все выкинуть, блядь, или положить к тебе. Какого хуя тут происходит? Слышь, свиноматка!